Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, Даля. Рус, это твоя подруга? Смотри, что она делает. Это мышь. Моя мышь. Дочь, да. Карин, дочь. Четвертый альбом. Откуда вообще такая новость? Я готовлю, но он не скоро совершенно. Чем ты зарабатываешь, кроме музыки в барсе? Ничем, я ничем не занимаюсь. За сколько делал дреды? Бесплатно. Что за глупости? Что за глупости? О! Что за... Мышь, иди, все. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Много ли у тебя хороших митмейкеров? Это интересно. Не знаю, из последнего мне очень зашли биты Час Гуапа. Я взял у него парочку битов. Потом у битмейкера Лэри Джуна взял биты. Точнее, он прислал мне биты. Такого плана. Я буду тоже что-то делать. На него. Так. Так. Хорошая работа, Олег. Мать твою, блядь. Я скажу, что любой вид спорта — это здорово. Ребята, любовь, мир, no hate. Я извинился, потому что я решил, что так будет лучше для нас всех. Я делаю свое, они делают свое. Я не лезу к ним, они не лезут ко мне. Вот и все. Все просто, ребят. Я останусь при своем мнении. Просто моя ошибка была... Она была очень глупая, на самом деле. Как я вообще мог, предположить, что я чего-то донесу до кого-то, если...
Если я вспоминаю себя в детстве, до меня никто ничего не мог донести. Это очень глупо. Я больше... Да, мы не лезем в их нору, маны. Так что у них свой мир, у них концерты, фанаты свои. Я никогда никого не хейтил вообще. Мне просто было немного противно, и то, что портит, то, что я, ну, так сильно люблю и вкладываю работу. И это единственная вещь. Это единственная вещь, из-за которой я все это делал. Но я бился об стенку. Это глупо. Я так больше не буду делать. И я еще раз попрошу прощения там у всех, кого я плохо говорил. Пусть делают то, что они делают. Я не буду никак высказываться по этому поводу больше вообще. Е-бой. Учас Гуапа очень сильные биты. Сейчас включу парочку. У него прям очень много битов крутых, которые я забрал себе на 4-й альбом. Это один из них. Олег, ты никогда не задумывался, почему многие теперь пытаются нажиться на публике абсолютно с помощью глупых текстов и непосредственной музыки? Потому что это деньги. Потому что это бабки. Колянчик, у меня такой четвертый будет, что просто пристегивайся. Но я буду долго работать над ним. Те просто люди сейчас, ну, хотят денег. Ну, конечно, ну, кто не хочет денег, пацаны? Вы же все хотите бабок. Те, кто сейчас будет говорить мне, что, ну, нахуй, зачем деньги, деньги не нужны, это вранье. Вам все нужны бабки, и просто кто-то эти бабки хочет честно заработать, а кому-то наплевать абсолютно, как он заработает эти деньги. Там... Естественно, проще всего получать легкие бабки. Это понятно. Все к этому приходят. Но потом это печально заканчивается. А 69-го, ну, жалко пацана на самом деле. Ладно, он уехал бы на 5-7 там. Это еще как-то поправимо. Я думаю, его отпустят на досрочное. На 32 года это бред. Ну как такого типа? Час вообще пушка. Биты пушка, я даже не знаю, как тебе сказать. Ты молодец, мне нравится. Очень. И их много, я даже не знаю. Вот еще вот такой. Час Гуапа один из... русских реалити, час Гуапа. Ему скосили срок стопудово, конечно. Я больше никогда не буду говорить там true, не true, потому что это все мимо. Это не в России. Это в России не работает. Это работает только в Штатах. В России это не работает. Либо ты классно делаешь и там придумываешь там свои истории, либо ты делаешь плохо. Но это уже решать не мне, дорогие мои.
Кто входит в твое близкое окружение? Да почти никого. Моя женщина входит в мое близкое окружение. Еще пару человек. С Москвы, может, пару человек, не знаю. С Петербурга много ребят. Но в Питере куча моих взрослых ребят, с которыми я давно не виделся, и я только переписываюсь с ними в соцсетях. Как тебя отпустили? Так ты ж сам не тру. Как тебя отпустили на день рождения, если тебя поймали с 1 килограммом травы? Конечно, меня поймали с 1 килограммом травы, но я был не дурак. Я согласился работать с ФСКН. Я назвал им абсолютно придуманные имена. Какие-то вообще небылицы придумал. Они развелись на это все и сшили мне новое дело, где не было ни весов, ни разделочных пакетов, ни килограмма. Было больше килограмма, по-моему. И написали мне 159 грамм что-то для личного хранения. Они сами себя наебали, мусора. Ну, они обычно так и делают. Просто я оказался немного хитрее. Вот и все. Как-то так. И отпустили, да, на день рождения. У меня был шенген, и я решил, зачем сидеть в тюрьме. Просто за то, что ты помогаешь с пиздатым стилем ребятам, и они рады. Сати, хватит грызть елку. Не надо. Глаза бегают, точно пиздит. Ты психолог, что ли? Ты что, психолог? Не, я не пизжу. В отличие от многих ребят, я не пизжу. Но вам все равно, к сожалению, не донести ничего, так что забей. Те, кто меня хорошо знают, они знают, кто я такой. И хорошо ко мне относятся. И я к ним хорошо отношусь. У меня итальянская гончая. Мини. Я не курю, пацаны. Я сейчас не курю уже неделю где-то. Тяжело сейчас делать музыку, ведь многое уже сделано. Тяжело придумать что-то свое. Ты абсолютно правильно сказал. А как ты думаешь, тяжело придумать что-то? Действительно, ну, ты говоришь музыку, да? А как ты думаешь, тексты вообще придумывать легко? Вот, когда у тебя там уже 3 сольных альбома, там EP, куча всякой музыки разной. Это я уже музыку давно делаю. Как ты думаешь, тяжело придумать тексты, что-то новое, интересное, панчи, не панчи, там, двойные рифмы, тройные и так далее? Очень, очень непросто, так же, как и делать музыку и придумать что-то новое. Татуировка на щеке. Какая вот эта? Я 1000 раз уже говорил про татуировки. Неинтересно же уже, ребят. Да, да. Ну вот поэтому тебе и нравится моя музыка, поэтому эксперименты заходят. Да, у тебя неплохая музыка, потому что она абсолютно отличается от всех других ребят. Кого можешь... Да никого, я же не все, ребята. Не надо спрашивать меня про того или иного артиста. Все молодцы, все... Ну, всем респект, все молодцы. Что значит... Элфо.
4L значит for life. L for нет, есть 4L. С DJ Smokey я на связи, пока не планировал с ним ничего делать. У меня чуть-чуть другое настроение сейчас вообще. С Собиком написал пока только 10 строк, и что-то не могу никак сесть и закончить. И я знаю, что Никитос ждет, просто у меня сейчас куча всего, куча проектов, куча битов, куча-куча всего и так далее. У меня есть, да, группа ВКонтакте Haunted Family. Я не особо пользуюсь ВКонтактом, но она есть, да. Сейчас я планирую покушать, потом через час пойду заниматься спортом. А потом пойду по магазинам. Нет, я сейчас не катаюсь, потому что нет времени на это. Хотя очень хочется. Безумно. Альбом Рэмдиги я у тебя как раз видел в сторис. Нет, еще не послушал. Еще не получалось. Да, я играю в баскетбол, да. Очень давно уже. Когда в Россию? Очень, очень свежий вопрос. Ладно, ребят, вот хорошего вам дня. Обнял вас всех. Берегите себя. Почему автомат лучше, чем машина? Я думаю, ты сам знаешь.